Ирина, добрый день. Открыла ваш файл, посмотрела. Да, здесь действительно есть настройка, которая дает вам разную прозрачность. То есть, когда мы вроде как на все переснимаем одну прозрачность и визуально видим, что у этого объекта прозрачность 18, у этого 18, но понятно, что прозрачность у них разная. Это правится вот здесь вот в стилях. Стили. Стиль графики по умолчанию. И тогда они у нас с вами будут одинаковыми. И будет прозрачность одинаково смотреться. Вот при наложении они так будут выглядеть. Попробуйте у себя также настроить в этом документе, в других документах. Должно сработать. Возможно, случайно нажали какое-то сочетание клавиш, которое привело к вот такому виду. Должно все это исправляться и работать. Стиль вот здесь находится сверху. Просто обычный стиль.